Американские военные инструкторы прибыли на Украину. Об этом сообщил посол США на Украине Джеффри Пайт. При этом дипломат не уточнил количество военных специалистов. Известно ли, что они из 173-й бригады. Ранее о совместных учениях-тренингах заявил глава МВД Украины Арсен Аваков. По его словам, 20 апреля в Львовской области должны были высадиться около 300 американских военных. Они должны обучать боевые подразделения Нацгвардии, в частности, батальоны «Азов» имени Кульчицкого, «Ягуар», «Омега» и другие. По завершении тренингов американские партнеры передадут бойцам специальную амуницию и средства связи.